На этой неделе на небе появился новый объект – слабая красноватая точка. Пока ее наблюдают только астрономы, но уже к маю 2011 года ее можно будет увидеть и невооруженным глазом. Это темная планета, она же Нибиру, таинственная часть нашей Солнечной системы. Вероятность ее существования НАСА признала лишь в 1982 году, при том, что шумеры еще 5000 лет назад уже называли ее крылатым диском и утверждали, что появление Нибиру на небосклоне сулит одни неприятности. Какие именно, выяснил Александр Огородников. Может ли небо упасть на Землю? Вопрос уже не актуальный. Прогрессивное человечество ждет более грандиозного события – падения на Землю другой планеты. Конечно, не в прямом смысле слова, но планета Нибиру подлетит к нам так близко, что последствия могут быть катастрофическими. Дело в том, что Нибиру, или как еще ее называют, планета Х, гораздо крупнее Земли, а значит, ее гравитационное поле гораздо сильнее. Его разрушительное влияние мы почувствуем в конце 2012 года, когда сближение будет максимальным. Как следствие, изменение наклона нашей планеты, а соответственно и полюсов. Глобальное похолодание там, где сейчас тепло, и очередной всемирный потоп. Две трети населения нашей планеты попросту погибнет. Согласно одной из теорий, Нибиру – это планета богов. В древних текстах их еще называли анунаки, то есть сошедшие с небес. Раз в 3600 лет она якобы появляется, приближается к Солнечной системе, к Земле. Согласно некоторым расчетам, к 2011 году темную планету будет видно даже невооруженным глазом. А 21 декабря 2012 года Нибиру пролетит мимо Земли и засияет на нашем небосклоне яркой красной звездой, словно второе Солнце. Кстати, по случайному ли совпадению или нет, но именно в этот день заканчивает... Про неї знали ще стародавні шумери. Про неї знає і НАСА. Та на уроках астрономії ви не почуєте про неї ані слова. Колись вона вже була тут. Існування невідомої планети забороняють говорити вголос. Нібіру. Ліпше запам'ятати назву цього світила, бо вона наближається. У 72-му році Джозеф Брейді з Каліфорнійського університету помітив, що якась невідома планета викликає гравітаційне безладдя орбіти комети Галлея. Розрахунки астронома показали, що вона в 5 разів масивніша за Землю. Та цю інформацію швидко прикрили, пославшись на похибки дослідницького апарату. Тривалий час дослідники НАСА замовчували відомості про Нібіру. Усю інформацію про неї суворо оберігають і не піддають розголосу. Повторення Всесвітнього потопу. Це станеться, якщо Нібіру пройде над одним із полюсів. Крига розтане, і спасіння тонучих – справа рук самих потопельників. Інформацію про Нібіру і досі замовчують. Жодної програми, жодного документального фільму. НАСА не публікує результатів своїх досліджень. Та зараз мовчати вже немає сенсу, і відомості про червону планету спливають на поверхню. А в травні 2012-го її побачать усі неозброєним оком. У вересні того ж року Нібіра буде схожа на друге сонце, тільки червоного кольору. Та найгірше чекає на нас у грудні 2012-го, коли Нібіру наблизиться до Землі на ризиковану дистанцію. Небесне тіло, перевищаючи розміри Землі в 5 разів, пройдет по орбите в опасной близости от нашей планеты. Сила его притяжения будет настолько мощной, что Земля может поменять наклон. Если это случится, то изменившаяся ось вызовет смену магнитных полюсов. И тогда на планету обрушатся невиданные силы наводнения и извержения вулкана, сметающие все на своем пути смерчи и землетрясения. Это Захария Ситчин, знаменитый американский ученый. В 1978 году Ситчин делает сенсационное заявление. В Солнечной системе вовсе не 9 планет, как считает официальная наука, а 10. По утверждению ученого, кроме всем известных планет, существует еще одна – Нибиру. Она блуждает в космосе по невероятно вытянутой орбите и проходит через Солнечную систему раз в 3600 лет. В теории Захария Ситчина в научном сообществе отнеслись с недоверием. Астрономы не могли поверить в то, чего не видно в космическом пространстве даже в самые мощные телескопы. Однако уже в начале 80-х, после длительных математических вычислений и построения компьютерных моделей, существование планеты Нибиру было доказано. В 1982 году НАСА допустило существование большой планеты, которой впоследствии было дано название Нибиру. В 2005 году американские астрофизики заявили, что на расстоянии приблизительно в один световой год от Земли располагается огромное космическое тело.
Но главное, на огромной скорости оно приближается к нашей планете. Небесное тело настолько темное, что ни оптические телескопы, ни другие приборы не в состоянии его увидеть. Зафиксировать загадочный космический объект ученые смогли лишь 2 года назад, когда на земную орбиту вышел новый сверхмощный инфракрасный телескоп. То, что увидели астрономы на расшифрованных снимках, сделанных с телескопа, надолго повергло их в шок. В черной пустоте космического пространства четко угадывались очертания огромной планеты. Сомнений уже не оставалось. Это Нибиру. Инфракрасный спутник, который действительно засек объект достаточно больших размеров, и ему удалось этот объект не только засечь, но и как-то зафиксировать, сфотографировать. После изучения параметров и траектории движения гигантской планеты, ученые пришли к неутешительному выводу. Нибиру больше Земли в 5 раз. Но самое страшное, через 3 года она может пролететь в нескольких сотнях километров от Земли. Находясь так близко к нашей планете, она запросто сможет сорвать с нее атмосферу. Ученые выяснили, что однажды Нибиру уже погубила другую планету. Оказалось, что 16 миллионов лет назад в нашей Солнечной системе существовала планета Фаэтон. Она располагалась между Марсом и Юпитером. Теперь на ее месте пояс астероидов. Ученые считают этот пояс не что иное, как осколки древней планеты. По словам астрофизиков, скорее всего, Нибиру столкнулась с Фаэтоном, когда она в очередной раз проходила через Солнечную систему. После такого удара планета разлетелась на куски. По словам ученых, правительство просто скрывает от человечества правду, чтобы не вызывать панику. Представители всех военных разведок мира эту информацию о том, что Нибиру может принести значительный ущерб, урон, разрушение и даже гибель жителей Земли, имеют. А не разглашается эта информация и не становится достоянием общественности только лишь потому, что НАСА и все эти структуры хотят спасти достойных представителей Земли. Спасти всех они не